Доброго дня, уважаемые читатели газеты «Город Никополь». Сегодня в свободном доступе я натолкнулся на один документ. Знаете, я работал в органах с 87 по 93 год. Ну, как раз то время, когда было очень много казусов, юридических, каких угодно. Знаете, натолкнувшись сегодня на один документ, было всякое. Ну, вот такого я еще не видел. Давайте посмотрим. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Дата, там то-то-то, значить, пишуть. 04.05.18 року, приблизно о 10.50 годині, під час проведення позачергової сесії Нікопольської міської ради, не встановлена особа, перебуваючи в сесійній залі Нікопольської міської ради, розташованої по вулиці Електрометалургів 3А в місті Нікополі Дніпропетровської області, спрямувала предмет, зовні схожий на пістолет, на гражданина Ковальова та погрожувала вбивством останнього. Як не встановлена особа? Зачем було видавати вот таку фабулу? Все там сліпі, или как? Ну, я не понимаю. Я понимаю, может быть, это сделано для того, чтобы фамилия Рыбакова лишний раз не светилась в телеграммах, в телетайпах, или как? Ну, или вы ничего не видели? Вот видео давайте посмотрим самого Ковалева, которое он предоставил его в полицию. Дальше видео Прихиста. Организации Прихист, которые взяли мое видео в заставку и брали интервью у того же Рыбакова, где он поясняет, как у него заклинил пистолет, почему он не смог произвести выстрел. Ну вот и там патрон заклинил в патроннике первый, поэтому там магазин я сразу вытащил, производить действия дальше с оружием уже было нельзя, поэтому вот такая ситуация. Вот как все было. Значит, то, что у него заклинил пистолет, у Рыбакова, вот мы видим, да? Но производил ли он, нажимал ли он на спусковой крючок? Вот я не могу лично утверждать, понимаете? Здесь нужно проведение каких-то экспертиз. Вот именно в этом моменте. В том, проводил ли он, пытался ли он произвести выстрел. Потому что перед этим мы видим, что у него действительно заклинил пистолет. Вот еще раз давайте посмотрим. Вот. У него клинит, он не может ничего сделать, но пытается ли? Вдруг в надежде или как? Ну, я не знаю просто. Еще к документу вернемся. Значит, юридичная особа, щодо якої здійснюється повадження, это представники юридичной особы. Вот посмотрим, кто это подписывал, этот вытяг. Если ну, полиция уже меня как бы не совсем удивляет, вот значит следчий Зазуля, да, я не знаю, Евгений, наверное, и раз Колодяжный, Детков, Лихопад и Барко, это прокуроры. Если полиция... Как бы понятно, они собрали материал по непонятнейшим причинам, почему они без лица выдали ВРДР. Интересно, а что бы было, если бы было вот по-другому, если бы стрелял тот же Ковалев там или кто другой?
Почему без лица? Где не установлено? Может быть, вот после этого видео они просто, может, не видели. И надеюсь, что прокурор города тоже разберется с вот этими прокурорами, которые тоже идут в этом вытяге. Просто так мы ни к чему не придем. Ну и еще хотелось бы показать, вот, может, я и не прав, но когда услышали выстрелы в зале, да, главующий что произнес? То есть это, о, это что, Виктория, да, добился своего? Ну, как-то так, извиняйте, если что не так.